И идет дальше. Интересно, как в итоге это все обернется. Нет, не перестреливает Шакса. Да. Ришар законтрил папу Троника. Симпл. Промах с АВП. Это была обидная ситуация. Но как же исправляется Костылев? Второго заберет? Нет. Это Ой. Было слишком нагло. Минус перфекта. При этом Саша красный. Падает Блумыч. Ситуация 2 в 4. Ну вот тебе ответочка от Виталити. Ну тут, конечно, феерия целая была. Бит! Что это было? Второй хэдшот еще по зайву. Так, подождите, Валерчик может еще и неплохо тут наваливать. Нет, не получается сбрать Мисуту или кто там у нас был. Короче, красный остается игрок атаки здесь за коннектором, но...